В секторе искусств научной библиотеки Института культуры открылась новая книжно-иллюстративная выставка «От Москвы до Плюка», посвященная 90-летию кинорежиссера Георгия Данелия. В 1956 году Георгий Данелия поступил на высшие режиссерские курсы при киностудии «Мосфильм». Его учителями были Михаил Ром, Сергей Юткевич, Леонид Трауберг. Большой успех в мире кино пришел к нему после лирической комедии «Я шагаю по Москве». Его авторским жанром стала фантасмагорическая сатира, острый социальный памфлет, такие как «Джентльмены удачи», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза» возвели Георгию Данелию в ранг классика кинематографа. К 8 фильмам Данелия написал музыку грузинский композитор Гея Кончели. В экспозиции представлены книги о жизни и творчестве кинорежиссера. Среди книг особый интерес представляют следующие издания. «Гия Кончели» в диалогах с Натальей Зейфас, «Муский» – 100 великих кинофильмов, «Юринев» – книга фильмов и другие, а также ноты выдающегося композитора Андрея Петрова.